Они его поблагодарили, сказали спасибо, не нужно, мы сами. Так что деньги не принимают. Ну а вот эта вся красота, цветы, пальмы, деревья, это все выращивается в теплицах, которые под Хайфой находятся, то есть они арендуют землю, платят за нее, а потом сюда это все перевозят. А садовники за этой красотой местные уже и наблюдают. Кто-то захотел по Хайфе стать? Нет, не готовы. Все на честность.